Когда делать обрезку яблонь весной? Типы и время обрезки. Обрезку яблонь проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка, как и все другие, отличается рядом особенностей. Весной нужно подготовить яблони к будущему плодоношению, реанимировать, оживить после зимы. Когда делать обрезку яблонь весной? До начала сокодвижения. Обрезка в период циркуляции по стеблю сока может быть опасна. Дерево теряет силы на заживление ран, не может одновременно выполнять естественную процедуру, чахнет. Типы весенней обрезки – удаление старых ветвей, формирование кроны, восстановление яблони. Начинаем с обрезки старых, сломанных или перемерзших ветвей на зиму. Укорачиваем на 3/4 старые побеги от общей длины. Вырезаем полностью поврежденные, больные ветки. Открываем также центральную часть кроны, которая заросла. Теперь внутрь кроны будет попадать достаточное количество солнечных лучей, и крона будет развиваться равномерно. Отсутствие сломанных, поврежденных морозами ветвей облегчит яблоню, омолодит, позволит ей направлять питательные соки на стимулирование молодых и плодоносящих побегов. Формируем крону, чтобы она отвечала нашим эстетическим вкусам. Работаем с боковыми ветвями. Яблоням, которым 3 года и больше, можно укорачивать скелетные ветки. У них молодые не трогать. Восстановление яблони – это процедура после обрезки. Удалили старые мертвые ветки, лишние скелетные. Места срезов нужно замазать мастикой, масляной краской или садовым варом. Главное, чтобы сок дерева не вытекал и яблони не теряла большой запас питательных веществ. Старые молодые яблони. В чем отличие в обрезке? Молодые яблони активны в образовании побегов. Они быстро восстанавливаются, их крону легко направлять, регулировать высоту ствола. Они быстро восстановятся после обрезки. Задача садовода – сформировать несколько ярусов веток для молодой яблони. Обрезку можно повторять несколько раз за сезон с периодичностью 1 раз в 2 года. Сосредоточиться на обрезке 5 крупных веток. Штамп обычно достигает 50 см в высоту. Скелетную или центральную ветку не укорачиваем, иначе можно притупить развитие дерева. Старые яблони нуждаются больше в восстанавливающих и омолаживающих обрезках, чем в формирующих. Главное – это удалить старые побеги, сухие плодоносящие, слабые ветки. Первая обрезка – это расчищение внутрь растущих ветвей. Далее прореживаем крону, придаем ей форму, обрезаем не больше треть от общей массы. Не оставляем дерево голым, оно может не зацвести. Итак, на что же обратить внимание, когда делаете обрезку яблони весной? Удаление перекрещивающихся ветвей, обрезка внутрь растущих ветвей, вросших в ствол, идущих к стволу. Те ветки, которые смотрят вниз, убрать молодую поросль у основания ветвей. Вырезать все волчки, проредить крону, удалить центральный или скелетный или верхушечный побег, как его еще называют, у старых деревьев. Удалить поросль у корня. При обрезке яблони весной используйте чистые, острые инструменты. Подойдут пилы, секаторы, ножовки. Все приспособления должны быть хорошо заточены. Не забывайте закрывать места срезов после удаления.